30 школьников Челябинской области получили смартфоны за победу в конкурсе творческих работ. Дети писали сочинения и рисовали картины о южноуральцах – героях войны. В каждом призовом гаджете установлена особая карта городов области. Там специально отмечены улицы, которые названы в честь летчиков, танкистов и разведчиков Великой Отечественной войны. Цель была единственная – это привлечь внимание наших школьников, сегодняшних школьников к истории нашей страны, к истории Челябинской области, к истории нашего края и, значит, показать, что южноуральцы, которые уходили на фронт, внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Награждает победителей депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, организатор проекта «Бессмертные подвиги близких героев». На конкурс в рамках проекта школьники прислали больше 20 тысяч работ. Рассказывали о своих родственниках и односельчанах, о жизни своего города в войну и в послевоенные годы. 30 лучших картин и сочинений выбрали искусствоведы, историки и филологи. Прощание. Ну, в того времени. Провожает на войну девушка. Другая картина вот. Это уже военные годы, танк в деревне. Проект «Бессмертные подвиги близких героев» обещают сделать ежегодным.